21 апреля, гроза с дождем и мини-ураганчик, ветерок такой прям поверхностный, я такого давно не видал, точнее вообще даже 21 апреля, чтобы гроза была, не было такого. Такая вот погода. Круто. Люблю дождь, но такого не видел давно. Даже вообще не видел. Чтобы 21 апреля была гроза. Класс. Но ветер был сильный. Сейчас вот что-то потише стало. Не знаю, там штормовое предупреждение предупреждали или нет. Ну вот такой вот момент. Сильный. Поверхностный ветер сильный. Классно. Стихии бушуют, называется. Ладно, всем хорошее настроение. Как сказать? Ну, не погода, но всем хорошее настроение. Вот, мне нравится такая погода. Кому как. Кто-то любит солнце, кто-то любит дождь. Всем счастливо.